Концерт-беседа. Такой необычный жанр выбрала для своего выступления Надежда Акисова, поэтесса из Оренбурга, гостья православной выставки-ярмарки в Краснодаре. О чем она вела разговор с посетителями ярмарки, расскажут наши коллеги. Окрасится небо багряной зарею, и ясное солнце над миром зайдет. Выступление Надежды Акисовой из Оренбургской епархии в рамках Покровской православной выставки-ярмарки для краснодарцев стало премьерой. Небольшую сцену разместили прямо на улице. Это был концерт-беседа, как и было указано на афишах. Надежда, поэтесса, крестьянка, мать пятерых детей, исполняла свои стихи, в которых она рассказывает всю свою жизнь. А жизнь эта похожа на жизни тысяч людей. Те же грехи, ошибки, покаяние, боль. У меня две книги стихов, и я все их помню наизусть. Третья книга стихов тоже в голове. Так получается. Я это объясняю тем, что ведь это стихи о моих грехах, о моей жизни. И знаете, они как зарубки на дереве. Они вроде бы заросли, а след остался. Ну, например, когда я спорила с отцом по молодости и говорила, сейчас нам так говорят наши дети и внуки, кому какое дело, как я живу. Неожиданно пришел такой стих. Я сама заплачу по счетам за грехи свои, я лишь в ответе. Только кто-то незримый сказал, нет, за все рассчитаются дети. Твоя сладкая ложь, твоя гордость, твой гнев, что на свете грехами зовутся, все останется болью в наследстве детей, их невинные слезы прольются. Уж насколько я была строптивой, но это на меня подействовало, как холодный душ. Исполнение своих стихов в разных городах и весях для Надежды церковная миссия. Благодаря услышанному кто-то может задуматься и сделать шаг к Богу. Это послушание она несет уже 6-й год. Благодаря православной выставке краснодарцы открыли для себя новое имя в духовной поэзии.